Захотелось мне рыбки. Сбегал на рынок, офигел от вновь поднявшихся цен. Рассчитывал купить форельки, получи хрен на тарельке. В итоге купил скумбрию, расподрошил, помыл, посолил, подперчил и на противень с фольгой, предварительно смазанный оливковым маслом. 180 градусов, 30 минут, ведь что самое главное в мужской кухне, чтоб без заморочек и быстро. Раз и готово. Из полезных свойств скумбрии. Содержит витамин D, В12, калий, йод, фтор, фосфор, натрий, марганец. Весь список перечислять не буду. Это кладезь витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот омега. Рыбка низкокалорийная, белок, который в ней содержится, усваивается лучше, чем мясной. Для нас, спортсменов, это прямо то, что надо. Ну, приятного аппетита!